Жители домов, расположенных на Броварской улице, могут радоваться. Совсем скоро на нечетной стороне появится нормальный тротуар. Длина его больше полукилометра. Уже снят грунт под песчаную гравийную подушку, и почти на всем протяжении пешеходной дорожки установлены бордюры. Но радость эта пока только для тех, кто живет на второй половине улицы, начиная с 40-го дома. Жителям первой половины двигаться вдоль дороги по-прежнему предстоит по обочине, весьма неуютной, особенно в плохую погоду. И еще одно наблюдение. С памятника работникам хлопчатобумажного комбината, погибшим в Великую Отечественную войну, непостижимым образом пропала железная буква «И». Ладно бы просто отвалилась и лежала на земле, так нет, исчезла без следа. Видимо, взял ее себе на память в честь первой буквы своего имени какой-нибудь Иван, родства не помнящий.